Я обращаюсь к уважаемым членам жюри. Что-то происходит постоянно с ними. А можно про них почитать еще, смотрите. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы выставить оценки за приветствие всем нашим командам? Я хочу увидеть взгляд каждого члена жюри. Тёма? Дмитрий Максимович. Дмитрий Анатольевич, готовы? Готов? Уважаемые девушки, готовы? Все готовы. Итак, по порядку, как выступали команды в приветствии. Друзья, под ваши бурные аплодисменты, команда КВН «Эффект». 4-4-4. 5-5. 4,4 балла. Команда КВН «Гамбит». 5-4-5-5-5. 4,8 балла. Команда КВН «Те самые». 3-3-4-4-5. 3 целых... Можно еще раз подержать, пожалуйста? 3-3-4, так. 3,8, правильно? Правильно. Команда КВН «Мне нравится». 4-4-4-4-5. 4,2 балла. Далее был десант из нестандартного юмора, из другой планеты, команда КВН ТТ. 5-4-5-5-5, 4,8 балла. Далее вас радовали сборная улицы Джалиля. 5 баллов ровно. И закрывали приветствие сборной свободной квартиры. 5-4-5-5. Артем. 5-4,8 балла. Ну что ж, оценки за приветствие мы знаем. Переходим к следующему конкурсу. Хотелось бы видеть от каждой команды на огневом рубеже по одному биатлонщику. Есть, всех вижу. Друзья, аплодисменты. Это те самые люди, которые будут радовать вас шутками. Уважаемые члены жюри, единственная просьба, штрафные круги, конечно, возможно, но невозможно. В конце, да? В конце. Вот Артем вчера. Был вчера, если да. Что, он передаст, он у него власти побольше, он побольше, в принципе. Поэтому слушайте Артема. Артем, там как-нибудь, да, по-военному. Хорошо? Договорились? Ну что ж, готовы? Зрители, готовы? Давайте поддержим, ребят! Начинает первый круг биатлона сборная свободной квартиры. По две шутки. Еще раз поддержим. В школе на день самоуправления в учительскую зашел крепенький мальчик и забрал трудовика и физрука. Вторая. Чемпионат России по унылости прошел так себе. Ну, прошел и прошел. Ну, было что-то. Или не было. Ну, или грамоты там выдавали, подарочки всякие. Спасибо. Продолжает у нас команда «Те самые». Стаж гаишника определяется количеством этажей его загородного дома. Спасибо. Вторая. От сварщика Василия не уходила еще ни одна девушка. Оно и понятно, дверь-то заварена. Это были «Те самые». Дальше у нас «Гамбит». Спасибо, хозяин. Сразу юморочки, да, покатило. Чтобы толпа не расходилась, Андрей Губин на своих концертах устанавливает бесплатный Wi-Fi, прикинь. Еще жизненные наблюдения. Косоглазый мальчик, разговаривая в скайпе, может смотреть и на свое видео тоже. Продолжаем. Команда «Эффект». Спасибо. Так. Если бы не напоминание ВКонтакте, то дни рождения ограничивались бы поздравлением от мамы. Вторая шутка. Пепито в ла калле, cuando su... А, вы же испанский не понимаете, сейчас, простите, так.
После стирки белье физрука отжимается как минимум 20 раз. Спасибо. Продолжают. Команда мне нравится. Здравствуйте. Директор завода по производству планшетов просыпается после прикосновения пальцем. Продолжаем. У мальчика, воспитанного эскалатором, руки идут быстрее ног. Спасибо. Команда ТТ. Так, ну поехали. Интересное наблюдение. По размеру живота полицейского можно определить, на каком месяце службы он находится. Вторая. Какую читать, ребят? Хорошо. Оказывается, пакет является одноразовым, если его использовать только один раз. Так-то он нифига не одноразовый. Спасибо. И первый круг завершает команда улицы Джалиля. Очень жадный тамада тайно провел свою свадьбу на свадьбе клиента. Продолжаем. Очень толстая девушка специально не доучилась в институте, чтобы в ее жизни хоть что-то было неполным. Спасибо. Уважаемые члены жюри, я напоминаю, можно пока музычку включить, пока члены жюри думают. У нас в первом круге покидают сразу же две команды с активом 0,5 балла. Не, Саш, не настолько дискотеку. Ты понимаешь, что у тебя с колонки рядом? Готовы? Итак, кто у нас покидает? Да, у нас обоюдное мнение, квартира и те самые. Ребят, спасибо. С активу 0,5 биатлон покидают сборная свободной квартиры и те самые. А мы начинаем второй круг биатлона. Продолжаем. Кто у нас там? Гамбит. Это я. Дети учителей русского языка дома играют в приставку. Потом в суффикс и в корень. Давай вторую. Такая небольшая новость. Фаворитка конкурса «Мисс Мира», вытирая пот с лица влажной салфеткой, сразу скатилась на 8-е место. Команда «Эффект». Можно, да? Очень воспитанная студентка сдала экзамен только на 3-м свидании. Давай вторую. На фоне и без того сложной политической ситуации питерские хулиганы отобрали у американца куртку Аляску. Спасибо. Продолжает, мне нравится. Очень заботливая стюардесса перед тем, как подать еду, согревает ее в своих объятиях. Нет, нет, стоп, остановите. Продолжаем. Дочь надела маме на выпускное платье и вышла, в чем мать родила. Вот так вот. Команда ДТ. Экскурс в историю. Оказывается, перед пыточной камерой была еще одна камера. Попыточная. Как говорится, попыточная, не пыточная. Давай вторую. Червяк с очень хорошей пищеварительной системой переварил крючок и убежал домой. Завершает второй круг сборная улицы Джалиля. Девочка с длинной шеей встречается с парнем со второго этажа. Давай вторую. И такое бывает. В китайской передаче «Один в один» выиграл кореец, который пародировал японца. Спасибо. Можно пока, да, потанцевать. А мы аплодируем нашим командам, пока члены жюри думают, кого же наградить? Мы, вот честно, я не знаю, наверное, с вами согласятся, мы не понимаем, почему мальчик-мексиканец читает биатлон. Это не круто, ты плохо читаешь. И всем спасибо. У них так принято, через границу перешел, можешь читать биатлон. Да, вот так. Спасибо команде. В лоб скажем команде, чтобы на будущее. 0,6 балла в свой актив забирают команда КВН «Эффект». Продолжаем третий круг биатлона. Давайте, все сложнее и сложнее, но этим-то интереснее. Поддерживаем команды. Начинает у нас, опять же, гамбит. Наблюдашечка. Итак, летом малыш очень часто просил Карлсона подлетать к нему спиной. Такая няшка.
у мальчика, уснувшего на шифере, волнистое лицо. Спасибо. Мне нравится. Природное наблюдение. Из-за сильной жары Красное море постепенно становится красным полусухим. Давай вторую. Валентин Юдашкин проводит лекции о моде сезона 2014. А кто пропускает, тому стразы отрывают. Спасибо. Команда говорит ТТ. И не накажешь. Африканские дети довели учительницу до слез, чтобы попить. Давай следующую. Немного рекламы. Хочешь сделать предложение своей девушке? Скачай новое приложение «Предложение». Приложение «Предложение». Предложил предложение сам, предложи предложение друзьям. Приложи предложение к своему предложению. Торопитесь, предложение ограничено. Ну, так сказать, выговорил и слава богу. Продолжаем. Улица Джалиля. Николаю настолько не везло в казино, что он даже не стеснялся ходить по улицам голым. Давай вторую. Воры забрались в фитнес-центр, но чтобы что-то украсть, им пришлось походить туда еще пару месяцев. Спасибо. А мы потанцуем, пока жюри думают. Let me take a selfie. Ну что? Они, конечно, мне нравятся, ну, нам нравятся, но спасибо, девчонки. Команда КВН мне нравится. Забирай свой актив 0,7 баллов. Ну что ж, мы продолжаем. Разыгрываем 0,8 балла. Начинает у нас опять же гамбит. В очень бедной семье первые шаги ребенка записывают на диктофон. Проблема отцов и детей актуальна. Фанатка Стаса Михайлова не дает денег на концерт фанатки Ивана Дорна. Продолжаем ТТ. Неуверенный в себе маньяк думает, что у других маньяков все гораздо лучше, страшнее и интереснее, чем у него. Давай вторую. Когда у актера передачи «Спокойной ночи, малыши» чешутся пальцы, у Степашки очень быстро двигаются ушки. Сборная улицы Джалиля. Очень толстая девочка ждет принца на белом слоне. Давай вторую, спасай. Поцелуй Буратино. Вот что последнее увидела Мальвина правым глазом. Вот так вот. Ну что? Уважаемые члены жюри, ждем вашего вердикта. Давайте пока поддержим команды. Болельщики Гамбита, поддержите! Болельщики ТТ! Сборная улицы Жалиля! А можно всем штрафной круг? Можно всех посмотреть? Да. Всем штрафной? Да. Как скажете, вы члены жюри. Все по одной шутке. Начинаем с Гамбита. Сами понимаете, да? Мальчик с очень кривым черепом читал для вас биатлон. Спасибо. Я предлагаю его не отпускать. Посмотри, что он еще скажет нам. ТТ. Изобретательная семья Ивановых по количеству прелюдий скоро обгонит семью Рахманинова. И сборная улицы Джалиля. Вороны в огороде Валентина Юдашкина не боятся пугала, они им восхищаются. Что будем делать? Я бы, конечно, не сказал, что у первых была прям шутка. Но тем не менее. Там же он осмешил же. Да, зал, он же осмешил смешно. Зал, правильно? Это ж КВН? Ну да, это ж вам КВН. Было смешно? Да. Ну,
решили, что Джалиля последний, ну, спасибо большое, извините. Все было круто. Сбор на улице Джалиля забирает свой актив 0,8 балла. Тём, понимаешь, пока мы разговариваем, он придумывает шутку, либо читает чужие. Нет, он по-русски не понимает. Так нельзя делать, так он. Ты думаешь, он по-русски понимает? Все? Готов? Ну, две шутки нужно будет тебе. Хорошо, песню можно? Там как-то что-то друг другу помогают Хакер уже. Хакер съел? Нет, извини, нельзя. Все, Гамбит, две шутки. Времени нет, поехали. Первая. Песня. Отчего у меня в жизни так бывает, что на биатлоне так не хватает? Это жизненное наблюдение. Вот. Давай вторую. Очень эмоциональный бобер построил плотину и от души порадовался. Ой, давно я до слез не смеялся. Ой, спасибо. Аким, ты... Я не скрываю своих слез, когда мне смешно. Т-Т, чем ответите? Даже не знаю. Подсказать? Зачем? Молодой человек так проникся балетом «Лебединое озеро», что стал кидать хлебушек на сцену. Правда жизни. Статистика показывает, что не армия делает из мальчиков-мужиков, а выпускной. Спасибо. Подожди, Тём, может быть штрафной круг? Ну, молодец, что. Молодец. Ну да, Гамбит, я думаю, весь зал поддержит. Да, Гамбит, молодцы, выиграли. Гамбит! Ноль целых 0,9 балла уходит в актив команды ТТ. Гамбит забирает балл. Можно аплодировать еще раз этому человеку. Потому что я еще отхожу, а мне нужно говорить уже дальше текст. Фух. Включи музычку, пожалуйста.